В муниципальном экофестивале «Экология добра» сотрудники Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» подвели итоги акции «Пластик в обмен на жизнь», в рамках которой в школах и в детских садах округа в течение нескольких месяцев проходил сбор вторсырья для благотворительных целей. Сегодня мы пригласили самых активных, то есть в сопровождении своих педагогов, в сопровождении своих родителей, чтобы они могли не только получить свои заслуженные грамоты, но и поучаствовать в этом мероприятии, пройтись по точкам, которые организованы нашими социальными партнерами и педагогами Центра «Романтик». Большая часть вырученных от переработки вторсырья средств передавалась через фонд «География добра» на лечение 11-летнего щелковца Даниила Симонова, нуждающегося в оказании помощи. Я рад гордо сообщить, что из городского округа Щелково мы уже вылечили несколько детей. И этих детей нам рекомендуют местные социальные организации. Это могут быть добрые крышечки, чистые просто, даже школы бывают, рекомендуют. Я знаю, что в конце июня мы закроем сбор Даниила Симонова, и мы возьмем нового подопечного. И в планах вообще 3-4 ребенка в год, чтобы мы в рамках проекта «Добрый пластик» закрывали сборы. Это может быть лечение, может быть покупка коляски. В общем, этот проект, он чисто социальный. У каждого экоотряда есть и свое название, и свой всегда очень звонкий девиз. Мы веселые ребята, живем в поселке под Москвой. Зовут нас дружно эко-лята, бережем природу, мы покой. Наш девиз значит жить в чистом государстве, сдавать на переработку вторсырье, помогать, самое главное, детям, которые в этом нуждаются. Ознакомительные занятия по экологическим темам проводят сотрудники Центра «Романтик», библиотек округа, представители оператора по вывозу мусора компании «Хартия» и другие участники образовательных программ фестиваля. На сегодняшний день наша функция добра заключается в том, что мы вместе с детьми проводим такие замечательные мастер-классы и из семян проращиваем кедры. Эти кедры потом в будущем мы будем использовать вместе с лесничеством в проектах по лесовосстановлению. Чему вас научили здесь только что? Что вам рассказали? Ну, то, что скворечники как строить, для каких птиц, там, например, там многие. Сказали, какие виды грибов ядовитые, какие можно есть. В награду за труд и неравнодушие участникам акции вручили грамоты и подарили специальные контейнеры для сбора вторсырья, красивые деревянные скворечники и саженцы кедра. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.